його постійно не вистачає, він щезає, спливає, і ми дуже часто не знаємо, як же його правильно розподілити. Будемо говорити про час і про те, як же розібратися з таймінгом у нашому житті. І допоможе нам у цьому Олександра Климова, психологиня, психотерапевтка. Рада вас бачити сьогодні в нашій студії. Я пані там. Олександра, да. Насправді час і те, що з часом пов'язане, це кожного дня такий собі таймінг, який ми повинні для себе створити, вибудувати так, щоб нам було комфортно. Але ж з часом трапляються такі курйози дуже часто, і багато людей просто не знають, як же з ним правильно обходитись. Так от, які є рекомендації? Найперше, що потрібно людині запам'ятати так, щоб цього часу вистачало на все? Ви такий поставили вопрос, щоб часу вистачало на все. Такого, це неможливо. Це не, ні, мабуть, це можливо, але не у повному обсязі. Это внутреннее состояние. Что такое время? Да, это вообще понятие относительное. У кого-то время летит быстро, у кого-то время летит медленно, идет медленно. Уже давно ни для кого не секрет, что есть у интровертов ощущение времени внутреннее, у всех людей разное. Но так, чтобы обобщить, мы могли сказать, что у экстравертов время бежит быстрее, а у интровертов время бежит, идет оно там бежит, там идет, да, то есть, и поэтому это, наверное, скорее про то, как я ощущаю внутри свое время, и это все очень сильно связано с состоянием тревоги, да, когда я не успеваю, не успеваю, не успеваю, времени мало, вот эту мантру «времени мало», ее лучше не повторять, да, лучше, лучше говорить «времени на все хватит, мы сейчас спокойно распределим все наши приоритеты и спокойно пойдем по графику, понимая, что что-то от нас зависит, и мы можем этим процессом управлять, а что-то от нас не зависит, и мы этим процессом не можем управлять. Поэтому если мы не можем управлять этим процессом, нужно сесть и расслабиться. Когда ваши девушки приходили, мы снимали сюжет про танцетерапию, мы выверяли, это же ритм, наш внутренний ритм. Вообще в городе у нас достаточно быстрый ритм. Киевляне жалуются, что у них еще быстрее ритм. Допустим, люди из Кривого Рога приезжают, говорят, у вас быстрее, чем у нас некомфортно. Люди из Каменского говорят, у вас вообще очень шумно. То есть, а кто приезжает в Нью-Йорк, так те говорят, что там просто город не засыпает никогда. И он истощает нас. То есть мы так или иначе погружаемся в эту среду. И если наше окружение живет быстро, то мы невольно ускоряемся. Если мы, наше окружение живет медленно, то мы можем замедляться. Но суть в том, чтобы нам самим внутри выстроить свои часы, и они, нам нужно почувствовать комфортно. Так вот, когда пришли девочки, я говорю, вот представьте, вы стоите, ваш природный ритм, мы там проверяли природный ритм, я говорю, и вот вы стоите в пробке, 4 ряда справа, 4 ряда слева, 10 рядов спереди, 20 рядов сзади, ну, и вы не можете двигаться. Что с вами происходит? И у большинства поднимается тревога, да, то есть вот эта остановка, я не успею, и часто мы больше переживаем о том, что на самом деле происходит. А я, кстати, в школе наблюдала, как формируют этот невроз, связанный с опозданиями, со временем. Допустим, там дети заходят в школу, там стоит такая серия старших классников, учителей, и они... Давайте дневник будем записывать, что ты сегодня опоздала. Ну, те, что постарше детям, им все равно, они дают дневник и пошли. А те, которые малыши 6-7 лет, у них такой вот... Стресс. У них стресс, конечно же. И... При чем здесь ребенок? Ребенок вообще ни при чем. Это надо родителю тогда сразу выписывать уже за то, что он опоздал. И вот эта боязнь опоздать, от чего боимся, то случается этот закон. Поэтому не надо бояться опоздать. Спокойно, то есть мы себе внутри делаем установку. Но нужно тут еще понимать, наверное, такую вещь. Есть люди иррационалы и есть люди рационалы. Рационалы планируют себе 5 дел, скорее всего, сделают 4. Иррационалы планируют себе 10 дней, 10 дел, но как карта ляжет, могут сделать 12, а могут сделать 3. Сделал 3, и как бы мы все разные. Но тут я бы сказала такое, когда ритм ускоряется, и мы начинаем бежать, за этим часто скрывается тревога. То есть, когда мы бежим, мы чувствуем равновесие. Ведь даже ходьба – это же потеря равновесия каждую секунду. Мы потеряли равновесие, нашли, потеряли, нашли, потеряли, нашли. Заставь человека идти очень медленно, и у него начнутся какие-то определенные сложности. Нужно найти свой природный ритм.
почувствовать, живу ли я в своем ритме. Если я бегу, я уже давно ускорился так, что я уже ничего не замечаю, ни справа, ни слева, я не замечаю близких, я вообще уже ничего не замечаю. Или если я ползу, то, возможно, мне здесь лучше ускориться, а здесь лучше замедлиться. И показывает практика, что когда мы внутри замедляемся оптимально для нас, то и дела, поступление дел выравнивается под наш внутренний ритм. То есть внутреннее в этом случае определяет внешнее. А мы думаем, что только внешнее определяет внутреннее, и все время стараемся подстроиться под какой-то ритм. Нет, наш ритм внутри, но не без того, конечно, что если мы опаздываем, мы не должны там пробежаться или там чуть-чуть ускориться. Но не так, щоб їхати на красний світ із-за того, що я опаздываю. Тобто, насправді, людина повинна сама собі врегулювати, як їй буде краще і комфортніше. Але ж так часто буває, чутно, коли люди кажуть, ага, я сьогодні не встигаю так зробити цю справу, завтра в мене ще одна, і ще одна, і ще, от, як ви сказали вже, так, тобто, ті 5 справ, які вже напрацьовані, їх треба виконати обов'язково. Інакше все, життя закінчилося, і людина не зможе потім вирішити подальші свої справи. Це, мабуть, пов'язано, от, як ви вже сказали, з рівнем тієї тривоги, яка десь знайшла своє відображення у нашій свідомості. Якщо це... Або у підсвідомості. А можливо, у підсвідомості, так. І ця тривога, вона, мабуть, пов'язана більше з нами особисто. Треба з нею розібратися, що ж робити і як позбутися її, цієї тривоги. Насправді, фахівці, мабуть, вирішують це питання і якимось чином можуть допомогти людині. Якщо справді людина відчуває, що життя проходить повз, що вона береться за ті справи, які ледве тягне на собі, то, мабуть, потрібно попрацювати саме з такою тривогою. Чи є рекомендації, які можна було б зробити вдома? Не відходячи нікуди там до психолога, до психотерапевта, я маю на увазі такі простенькі рекомендації, які десь може, але трошки й допоможуть. Конечно, и наша задача как психологов как бы не приглашать все время к себе в кабинет, да, мы не можем все задачи решить, а прежде всего дать человеку такие инструменты, которые позволят ему самому себя урегулировать, свое внутреннее состояние. У нас, то есть как снизить тревогу, правильно поняла так, вопрос? Так, так, так. Да, то есть... Ну, знаю ж проблемы, с тревогой. Да, то есть вы сказали такую фразу, у многих людей такое ощущение, что жизнь проходит мимо. Так. И это про внутреннюю ускоренность. Как она, сейчас 2 секунды, как рождается ускоренность? Ускоренные родители ускоряют своих детей. Вставай быстрее, ешь быстрее, одевайся быстрее. Ребенок живет в своем ритме, ему совершенно не хочется, возможно, идти в школу, на какие-то секции, чего-то достигать. Он бытийствует. Ну, у него такое бытие. Он живет, и ему все нравится. Родители его начинают по чуть-чуть ускорять. И вот часто приходят девушки, такие трудоголики, да и мужчины-трудоголики, которые говорят, мне уже там 35, у меня нет семьи, у меня нет ничего, я ничего не достиг, жизнь закончена. Я говорю, ну и что? Ну 35 вам, ну и что? Кто сказал, что вы... Ну, это навязанное обществом еще мнение, что ты должен что-то успеть. А все-таки про инструменты, да? То есть у нас есть 3 природных инструмента, данных нам природой для снижения тревоги. Вот 3. Вот они у всех есть, вот у всех. Это дыхание, движение и голос. То есть 3 инструмента, через которые мы можем войти в связь. И, естественно, у нас есть собственное тело. Тело никогда не тревожится. Тревожится голова. У тела нет тревоги. Ему нечем тревожиться, ему врать нечем. Ему все нравится вообще, если его, конечно, вовремя кормят и так далее. Вот, поэтому... У нас есть 3 инструмента. Если очень большая тревога, например, опять-таки, если вы стоите в пробке, если человек стоит в пробке и никуда не успевает, тут важно включить голову. Что, первый вопрос, который мы можем задать, чем я могу помочь сейчас себе, чтобы перестать тревожиться? Это вход во взрослую позицию. То есть там тревожится тоже такое дитя внутреннее или внутренний критик, который там ты не успеваешь, там ты сейчас все опоздаешь, у тебя сейчас все не получится. Да? Это такая внутренняя наша часть, доставшаяся нам от родителей, учителей, воспитателей и так далее. То есть мы успокаиваем этого внутреннего критика, потому что он не помогает. Ну ты же не взлетишь из пробки, из машины не выйдешь, машину не оставишь. Да? Ну,
Что... Ну, вже що є, то є, як то що є, то є. Да, чим я можу помочь себе? Чим я можу помочь себе? Ну, я можу, наверное, сейчас согласиться с этими обстоятельствами, не смириться. Смириться – это уже второй этап, а согласиться, что я, с точки зрения потока сейчас обездвижен, то есть я стою в общем потоке. Значит, я уже соглашаюсь с тем, что это есть, и если у меня есть сейчас возможность решать другие вопросы в телефоне, я решаю другие вопросы, но я не бунтую. Очень трудно бунтовать, очень истощает человека, когда он бунтует против непреодолимых обстоятельств. То есть если обстоятельства непреодолимые, соглашаемся с ними. А если у нас дома нас начинает от тревоги немножко подтряхивать, начинаем включаться в работу. Самое лучшее – это включиться в работу. Для женщин это… Поприбирать. Никто не работает так с пространством, как женщина с тряпкой, веником и шваброй. Да? То есть нему, это женская такая сакральная способность работать с пространством. Вот было так, она, пока она перемывает посуду, пока она убирает, пока она натирает… У нее приходит, то есть нужно включиться в движение. Хотите танцевать – танцуйте. Хотите отжиматься – отжимайтесь. Любое движение снизит тревогу само по себе. И голос, если кто-то любит петь, пусть поет. И таким образом, но прежде чем двигаться и петь, или читать, нужно просто подышать. И здесь бы я дала такой инструмент, который работает. Мы его с врачами часто проходим, когда у врачей… Они работают на приемном покое, идет поток, да, вот поток, одно привезли, второе привезли, третьего человека, пациенты идут, и они не успевают этого, и у них вот такое состояние, как будто бы они на войне. И учителей, и у менеджеров, это у многих есть, у кого идет большая текучка, поток информации, поток задач таких, и много разных задач. Многозадачность, то есть сейчас ты делаешь это, через 3 секунды ты делаешь другое, а в это время тебе нужно еще в этот график встроить. Как говорят, а как вы живете? Говорит, ну вот здесь беру, сюда бросаю. И как? И так все время, отдыхайте вы когда? Ну вот в перерыве отдыхаю. Вот это наш сейчас такой... Наше життя, до речі, ви зараз описали эту картину сучасного життя, з яким зіштовхується, мабуть, ну, якщо не кожна, то майже кожна людина, доросла. Но, опять-таки, внутреннее определяет внешнее. Когда мы говорим себе внутри, я не хочу так жить, а следующим этапом мы столкнемся с тем, а как же я хочу? Не многие знают, как они хотят, а они по-другому никогда не жили. Они не помнят, что они жили по-другому. Сформировали, как я хочу, и дальше уже простроив это внутри, как я хочу, какой график для меня будет комфортным, в каком оптимальном ритме мне комфортно двигаться. Я сегодня не сплю. Почему? Потому что я бежал с 7 утра и до 12 ночи. Неудивительно, что я сейчас не сплю. А тело мое стояло, а голова и нервная система моя бежала. Естественно, тело – это самое тяжелое состояние у офисных работников, когда тело не получило физическую нагрузку, а голова и нервная система возбуждена. Поэтому никогда не хватит времени для физнагрузки. Вот никогда не хватит времени прийти на тренировку, если себе не сказать, что бы ни случилось, весь мир подождет, я иду на тренировку, да? А гном идет купаться. Ну, вот так вот. Якась рекомендация, мы сегодня уже почули их декілька. Да, сейчас будем. Так, значит, после работы обовязково это повинні бути фізичні навантаження. Это разгрузит голову, позволит уснуть, позволит сохранить здоровье, позволит взять... Вот многие говорят, не хватает мне ресурса на целый день, я устаю. Понятно? Я говорю, физические нагрузки есть? Нет. Я говорю, понятно, что вы устаете. Вы устаете, как скольки устаете? К 5? Я говорю, нет. На самом деле, если вы почувствуете, вы устаете к 2. И к 2 вы уже пьете кофе одно, второе, третье, потому что уже ресурса нет. А до вечера еще далеко. Когда мы тренируемся вечером, энергия устроена так, человек устроен так, что если мы тренируемся, то чем больше мы тратим, тем больше энергии вырабатывается. Поповнитись же повинна вона. Естественно, если мы идем на одном ресурсе, у нервной системы не такой большой ресурс, чтобы вот все это обслуживать, и переживания, и работу, и заботу с детьми, и отношения с мужем, а современная женщина это вообще, у нее две работы, с одной работы она бежит на другую, а потом вечером еще ей надо что-то сделать, и утром, ну, понятно, что до 30, до 35 все хорошо, а с 40 начинается уже чуть-чуть спина болит, то лапы ломит, да, то хвост отваливается. То есть физические нагрузки, раз, они помогут, ну, это даже не, это как бы уже доказанный факт, не хватит времени на физической нагрузке никогда. Если мы не скажем «стоп, остановились, весь мир подождет»,
я іду на тренировку. Я донесу себя до зала, хотя внутри там не будет энергии и сил. И через 10-15 минут тело включится, и по выходу... Мы же проводили исследования как-то. А мы же психологи, не просто, да, из серии поговорить, но из серии цикавых, провести исследования. Так вот, мы провели исследование, получили очень хороший показатель. Мы брали женщин разных возрастных групп. И получили на выходе, я уже не помню, проценты, они были хорошие, но сейчас уже не вспомню дословно. То есть они все, женщины по методике самочувствия, активность, настроение, там другие, я прихожу на тренировку, как они характеризуют это состояние, убитая полностью, то есть нет настроения, расстроенная, напряженная, не могу соображать. После тренировки они выходят, настроение хорошее, расслабленное. И если сил нету, то активность все равно есть. Все, исследования це. Это так, підтвердили. Ну, бачите, поэтому... це вже дуже добре, що є такі дослідження, що ми знаємо тепер 100%, що не просто ми так відчули. І наостанок ще, пані Олександро, будь ласка, що нам ще треба зробити для того, щоб правильно вибудовувати пріоритети і щоб за можливості було комфортно з тим часом, який є у нас. Так? Ми ж нікуди від нього не дінемося. Він є такий. Але все залежить, як ми тільки що дізнались, від нас самих. І ще раз, Юля, вопрос. Наостанок хочу почути від вас рекомендації. І, звичайно, хочеться, щоб всі... Як розподілити важне і... Рекомендації з приводу того, як дізнатися, які ж пріоритети нам треба поставити, що робити в першу чергу. Може, на щось взагалі увагу В першу чергу для всіх. Пріоритет головний і навсегда – це я сам, я сама. Все. Это самый главный приоритет. Но это не про эгоизм, а по отношению к другим людям. Да? Я не то, чтобы я не экологична по отношению к другим. Приоритет я – это мое здоровье, мой внутренний мир и моя сохранность. Потому что если эта женщина, от нее зависит здоровье, от ее здоровья и от ее состояния эмоционального зависит здоровье ее детей, состояние ее мужа. От мужа зависит, добывает он ресурс семью или нет. Поэтому женщинам обязательно первый и самый главный ресурс – это сначала она сама, то есть я должна себя вовремя кормить, вовремя ложить спать, вовремя тренировать. И это обязательно, потому что это позволяет сохранить не мой ресурс, а потом уже все остальные. И это не без того, что про важное и актуальное, да, есть важное. И это мы планируем, допустим, поступить, получить там высшее образование, магистратуру, там кандидатскую, докторскую, или там заработать деньги, поменять квартиру, дом. Это все важное. А есть актуальное. Я работаю здесь и сейчас, и вот сейчас это актуальное колесо, это беличье, оно крутится. Но я распределяю. Если я совсем в колесе и забыл про важное, значит, это ко мне вопрос. Mm-hmm. Если я совсем про важное планирую там и тут бросил беличье колесо, значит, здесь тоже сломается. Поэтому мы распределяем приоритеты своей взрослой частью. Взрослая часть не критикует, не ноет, не падает в обморок. Да? Взрослая часть говорит, как и чем я могу помочь себе сейчас так, и прежде всего найти время, для того, чтобы сесть и разобраться, что в моей жизни происходит. Дуже дякую вам, пані Олександро. Насправді все зрозуміло тепер стало, розібралися, розклали все по полочкам. І хочеться, щоб справді ми керувалися, ми користувалися тими порадами, про які ви сьогодні сказали. У нас є ще чуть? Вже немає, вже все, немає. Час ну, тоді завершено. Іншого разу, тоді іншого разу. Разу ми, да, наступного разу ми... Додамо ще рекомендації. Так. А зараз хочеться побажати усім гарного понеділка. Дуже класний день може бути, якщо ви все зробите для того, щоб бути щасливими, щоб встигати усе, а встигати все – це значить встигати робити тільки важливі для вас речі. А це – звертати увагу на себе, на своє здоров'я і самопочуття. Тож зустрінемось завтра о 13:30. До побачення.